Здравствуйте. Рад вас видеть. А точно ли рады? Да. Мы вот вас хотим в отдел пригласить поговорить. А я как раз собирался вам звонить. Появились кое-какие мысли. Товарищ полковник, не возражайте, если мы в один адрес заедем. В какой адрес? Ну, по пути к управлению, так что время не потеряем. Жена просто на работе ключи оставила. Стоит у подъезда с полными сумками продуктов. Ладно, давайте, только быстро. Степанчук, давай на Королёва 15. Не вопрос. Чё, отдать? Только ты этого в курсе? Либо ты, либо тебя. Пишешься за Жордроса? Где деньги? Слушай, у меня нет столько наличных, сколько тебе надо. Я человеку позвонил, сейчас привезет. Погоди, откуда ты знаешь, сколько мне надо? Так, тачка же крутая. И я подумал... Майор Звездаков? Ментам звонил, да? Ментам! Я тебе большие деньги плачу за молчание. Узнаю, что взболтнул, отрежу язык. Понял? Чарли! Чарли! Что ты сам у меня кони двинешь? Ой, напугал! Ты о бабке подумай. Ты ж не целый день при ней сидишь. Как минимум в магазин выходишь. Приходишь домой, она в последних судорогах. Не будет тут это стоять! Будет? Не будет! Пошел отсюда, урод! Тихо, вы что? Ну-ка, стоять! Капитан Бубнов, Петровская РОВД, что происходит? Сержант! Докладывайте, что тут у вас. Так это, сотрудник подстанции позвонил, ну, типа, бдительность проявил. Говорит, вон та тачка уже несколько суток здесь стоит. Только там мигает что-то. А во сколько вы ушли? Примерно в половине второго. Доделал тарелку, поставил сушиться и ушел. Так, и никого не видели? Не. Так, а какие взаимоотношения у Никиты с Самохиным? Нормальные, ну, хорошие. Ну, Самохин вообще ни с кем не ссорился. Как можно ссориться с учениками? Они же разбегутся. Да, или убьют. Да. Это я отравил Никиту. У меня была причина. 6 человек свободно жить могут. Самый центр. Нравится? Погоди-ка, мне звонили, сказали, бригада. 6 человек будет. Остальные где? И что со мной дальше будет? Что? Как суд решит? От 3 до 5. От 3 до 5? Условно? Ха-ха! У тебя брат есть? Скажите, что делать надо, я на все... Нет! На стуле ровно. Я же ничего плохого не сделал, никого не убил, не ограбил. Это просто документы на машину. Просто документы. А то, что людям отпуск испортил. Блин, мужик, скажи, сколько? Бабки у меня есть. А вот хвастаться нехорошо. На последний раз приходили, случайно не прихватили со своими коробочками? Случайно. Какая шкатулочка? Я на вас суд подам за клевету. Как вам не стыдно? Пожилая женщина, врете. Я к вам со всей душой, а вы... Стойте. Подождите. Ба! Возьмите слоновую кость. Возьмите. Только не обижайтесь. Дешевка. А? Голубчик. Голубчик. Ты что наделал, сволочь? Бабушка!